художественный руководитель школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус выгнал Марата Башарова из театра. Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложившейся, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин. Я, художественный руководитель школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус, однозначно осуждаю поведение и проявление артиста Башарова и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше Марат Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра. Запланированный спектакль «Город» состоится в назначенное время на сцене театра «Риалто» в городе Лимассол. А роль главного героя сыграет прилетающий к нам заслуженный артист России Вадим Колганов, написал художественный руководитель театра и народный артист России Иосиф Рейхельгаус. Что именно произошло, пока не ясно. Однако Марат Башаров известен своим взрывным характером, с которым, по словам самого Марата, он ничего не может поделать.